6 октября 2017 года, суббота, Потеряевка. Пошел, алабай. Пошел. Пошел. Не сердись, ну давай, 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 беги, беги. Беги. Алабай. Приехали в субботу. На субботу. Иди-ка сюда. У вас кукуруза есть, нет? Кукуруза нету. Нету. Ну, я тебе сейчас дам кукурузу. Снимай рукавичку. Нам принесла матушка, где сварили мы сегодня, где с солью. Подожди-ка. Тут я это начал уже. Сейчас целенькую дам тебе. О, гляди какая. Хорошая. Ну-ка попробуй. Прямо я жу ее туда. Ну, хороша. Вот ее в Румынии все там берут большой урожай с нее. Раза в два больше, чем пшеницы. Мамалыгу делают. И поэтому их обзывают мамалыжники. Как сибиряков, пельмени. Во. Хорошо, что мы встретились. Помолись за матушку. Это ее, не мое. А варил дядя Вова. Этот дом не знаем, как называть. Называем под тополем. Большой тополь. Тут первый был Александр Георгиевич Дмуха. Потом подал Малютина Раиса Юрьевна. Она ехала Новиковой. Татьяне тоже перепродала. Домик хороший, усадьба очень хорошая, прямо за тополями. Тут виноград можно разводить, что угодно. Ветер оттуда идет, роза ветров, как говорят, оттуда идет. А здесь затишье у него. Вот так. Видишь, как по Теряевке все. Открытый, говорит, покажите ваши пруды. Ну, вот этот рядом пруд, он так всегда к осени высыхает. Подпитки нету, родников нету. А остальные я показывал уже. Точно так же они докопали до воды. Южный высыхает к осени. Там лужа одна остается. Ну, большой остается это у нас вот в ту сторону, если ехать. Рыжковский. Увеличили раза в три по объему. Второй мостик. Это вот второй пруд. Дальше около храма Храмовый. Ну и дальше лагерный Камогориха. Вот четыре пруда и Симаковский или Костровый. Все по размеру увеличились. Родники там есть, кроме Храмового. Родника нет, поэтому рязки много. Сейчас сети тут, гляжу, расставили. Карасей ловят. Карась золотистый. Гальян. Все, пока.